Сейчас лимиты по кредитованию оборонки, это и кредитные, и гарантийные работы, составляют более 600 миллиардов рублей. При этом из них 430 миллиардов – это уже выданные деньги, то есть те, которые, в общем, предприятия уже пользуются. Портфель примерно как структурирован? Портфель у нас структурирован следующим образом. У нас 1 250 000 000 000 – это крупный бизнес. 260, почти 270 миллиардов – это физические лица, это и ипотека, и потребкредиты. И 220 миллиардов – это малый, средний бизнес. Понятно. Спасибо.